Всем привет-привет! С вами снова я, Ольга Карпович, и сегодня я хочу показать одну штучку. А что именно? Это один из бизнес-аксессуаров. Буду вводить вот такую рубрику, правда, еще не знаю, как ее, как говорится, обозвать. То есть вот какие-то привилегированные, может быть, акции для консультантов Faberlic. И первое, что я хочу показать, это бизнес-аксессуар, который последнее время у меня лично стал очень популярным. Значит, первое, что я хочу, конечно, напомнить, что VIP-консультант – это тот, кто делает постоянно 100 и более баллов постоянно. Вот я, допустим, если я зарегистрировалась 18 июня 2011 года, вот уже, считайте, практически 13 лет я постоянно делаю 100 и более баллов, в этом каталоге у меня практически 300. Это не значит, что я хожу где-то, продаю и так далее. Нет, это просто мои заказы, мои знакомые. И сейчас очень многие просят заказать БАДы. А мы все с вами помним, что витаминчики больше всего дают баллов, там нет половинчатых. Но я на этот раз опять отвлеклась. О чем я хочу рассказать? Что вот то, что я вам буду показывать, дают от 50 випов, то есть есть такое понятие, как вип-стаж, это то есть каждый каталог суммируется, и получается 50 каталогов подряд нужно делать по 100 и более баллов, и вот на 51 каталог тебе уже будет, когда вот 50 ты, как говорится, закрыл, ты стал серебряным вип-консультантом, на 51 каталог тебе сразу автоматически будет давать 3 продукта в товарах следующих бизнес-аксессуары. Там есть много что. Иногда есть много что, иногда сокращается, но периодически есть постоянно. Вот сумки есть, есть различные органайзеры, ключницы, визитница, папка для консультанта. Что еще? Вот блокноты, ручки. Раньше были флешки, смарт-часы. Вот вспоминаю, что было. Сейчас немножечко поуменьшился список, но я всем рекомендую именно обращать внимание на этот бизнес-аксессуар как сумка. И вот я его буду показывать. Обращаю ваше внимание, что у нас в Беларуси в принципе, все бизнес-аксессуары идут на автозаказ. Что такое автозаказ? Это заказ напрямую на региональный склад Москвы. То есть вы его заказали, если он утвердился, он 100% придет, только он придет чуть позже. Предварительную дату пишут, плюс-минус может что-то прийти раньше, может быть, что-то где-то задержаться. Допустим, с сумкой у нас примерно 2 недели идет расхождение. Значит, что я сейчас буду показывать? Это сумка женская, размер 40 на 28 на 8 сантиметров, артикул 600-715, состав искусственная кожа, подкладка текстиль. Вообще она изготовлена еще в 2021 году. Цвет бордовый. Обращаю ваше внимание, что вообще она заявлена как сумка для ноутбука, поэтому, как говорится, вы можете ее брать, использовать как хотите. Но я своим девчонкам рекомендую совершенно использовать ее по-другому, потому что не у всех есть ноутбуки, кто-то его носит с собой, кто-то нет. Значит, вот что с собой представляет сумка. Очень крутая, добротная, я бы сказала, сумка. Вот. Значит, обращаю ваше внимание, что она есть в 2 цветах. Есть цвет фуксия с черным. И вот этот бордовый. Но ту сумку, которая фуксия с черным, я ее как бы не рекомендую девчонкам. Рассказываю почему. Потому что вот она реально звучит как сумка для ноутбука. И ее на самом деле можно использовать для ноутбука, там молодежи, подросткам взять и так далее. А с этой можно и просто ходить. То есть использовать повседневной жизни, как говорится. Я ее рекомендую, сейчас будем дальше смотреть, но просто я же не могу, чтобы не договорить мысли. Значит, я ее рекомендую, допустим, бухгалтер, юрист, экономист, учитель и так далее и тому подобное. То есть те, которые работают с бумажной работой, которые ходят на какие-то встречи, кто работу носит с собой
домой и так далее. И согласитесь, что намного красивее, когда ты вот это все несешь в красивеньком портфельчике, по-другому я не могу сказать. И что мне нравится, что здесь такой, я думаю, вам видно, здесь такой темно-бордовый цвет, его можно, в принципе, использовать и мужчинам. Даже если мужчина там в деловом черном костюмчике, в пальтишко, очень такая стильная штучка. А сами понимаете, если взять фуксию, ну, то и ты ее будешь использовать, ну, как сумку для ноутбука. Ну, а сейчас будем смотреть. Значит, здесь сплошная молния. Молния добротная, хорошая, уже проверена. Как говорится, заказывали мне девочки много, кто и что. Здесь получается, вот если вам видно, как бы одно отделение. Есть небольшая вот перегородочка, но она мягкая, не знаю, как правильно называется. Здесь есть шлейка, плечевая, плечевой ремень, но если ее использовать так, как я говорю, в принципе, можно ее не использовать. Дальше с этой стороны со мной нет ничего, а со второй есть еще дополнительные два глубоких кармана. Дальше здесь спереди надпись Faberlic, и опять же, вот, очень хорошая молния, и вот такой вот глубокий, хороший карман. Здесь это просто так пошито, здесь ничего нет. Это, как говорится, обманка. Плечевой ремень вот куда крепится с одной стороны, со второй. Но вот не знаю, или будет видно, но я все-таки привстану и покажу. Ну, не очень хорошо видно. Но посмотрите, можно и таким вот образом. С ней вот легко просто использовать, как говорится, в повседневной жизни. Ты учитель, различные свои планы, какие-то помощнички, кошелек, все, и пожалуйста, и помада поместится, и зеркальце, и так далее, и тому подобное. Так что обращаю ваше внимание, что вот такой вот классный аксессуар могут заказывать, как я уже сказала, тех, у кого 50 и более VIP-стаж. Вот вы становитесь серебряным VIP-консультантом, и вам автоматически подключают акцию. И еще я, кстати, самое главное не сказала, что таких акций вам подключают 3. То есть, если, к примеру, или на какие-то подарки, или ты хочешь не просто сумку, а еще что-нибудь, пожалуйста, можно взять сумку, ключницу, визитницу. Можно взять, к примеру, там на подарки там 3 ключницы и так далее. Можно вообще предлагать коллегам такие крутые сумки. Также обращаю ваше внимание, что цены просто копеечные. Я даже не буду озвучивать, чтобы не расстраивать. Просто хочу, у кого есть личный кабинет, чтобы, как говорится, стремились к тому, чтобы получить такую классную акцию. Но сразу вам хочу сказать, таких таких цен на сумок нет точно. И опять же, что хочу сказать, что очень много у меня ранее было сумок наших, с ними абсолютно ничего не становилось, несмотря на то, что они эко-кожа. И есть у меня те, которые брали и в прошлом, и в позапрошлом году, и приходят за заказами, и вижу в городе, как говорится, что сумка носится отлично. И еще что хочу обратить внимание, что мне лично очень нравится, вот, как сделана сама по себе вот эта короткая шлейка, ручка, или как это правильно. Обычно что? Обычно делается здесь запаечка. Так, вот. Обычно в сумках делают здесь запайку. Запайка, конечно, это будет или какая-то, я не знаю, как вам правильно сказать, в принципе, я и не знаю, но просто предполагаю, или какая-то там специальная смола, или, ну, не знаю. Но я просто к чему, что если ты сумку используешь только на вот эти короткие ручки, затем это и все красивенько что начинает по чуть-чуть кусочками отслаиваться, то хорошо, если отслаивается, и там как бы более-менее нормально. А иногда бывает, что отслаивается, и вроде бы сумка нормальная, а уже как бы, как я всегда говорю, непрезентабельный вид. Так здесь вот обращаю ваше внимание. Здесь просто ручка прошита. И все. С двух сторон.
очень классно. Мне очень нравится, поэтому рекомендую. Если вдруг у кого-то, к примеру, там осталось 44, ну, у кого-то там 44 VIP-стажа, у кого-то там 48, не теряйте, скоро вам будут доступны вот такие акции. И, как говорится, бонус для моих зрителей, для моих подписчиков, но только для Беларуси. Если вы или не делаете 100 баллов, или вам еще очень-очень много до вот этих VIP-стажей, сами посчитайте, если у нас каталогов 18, а с 50 это, ну, 3 года нужно идти, чтобы получать вот такие вот акции. Поэтому для моих подписчиков я могу организовать не для всех. Я же вам сказала, что мне дают всего лишь 3 штучки в каталог. И плюс давайте помнить, что у меня огромная структура, плюс 3 пункта выдачи периодически просят. Но если вдруг кто-то очень-очень хочет такую вот сумочку, пишите мне в Viber, WhatsApp, Telegram, в соцсетях, пишите, что, мол, я ваш зритель, я вас смотрю, смотрела такое видео, хочу сумочку, я вам оформлю бонусом эту сумку на ваш пункт выдачи, где вы забираете заказики. Работаю только с пунктами выдачи, то есть не пересылками, ничем я заниматься не буду, сами понимаете, некогда. Ну а дальше я вам расскажу, что, где, как, и забрать по своей цене, то есть без наценок, без ничего, потому что периодически бывает, что у меня эти акции пропадают, сами понимаете, как бы жалко, потому что мне столько не надо, а иногда не просят, а каждый каталог, как я уже сказала, дают по 3 штучки. Ну, на этом у меня все, но опять же буду показывать различные такие классные нюансы и то, что все не могут купить. Ну, а кто делает 100 баллов, вперед к следующим званиям. Я уже позакрывала все звания. Следующее VIP 250. Ну, мне еще 2 года до VIP 250. На этом у меня все. Не забываем подписаться. Подписывайтесь на мои каналы Telegram, которые есть под этим видео. Ну и, конечно, жду ваши отзывы. Всем пока!